Доброе утро, у меня сейчас будет завтрак. И вот что я буду кушать. Это манго, клубничка и греческий йогурт с бананом и клубникой. Ну и перед этим я выпью стакан воды. Кстати, манго я не умею резать так красиво кубиками, поэтому режу как умею. И мы едем сейчас в даунтаун Майами. Посмотрим, что там такое, что это из себя представляет. Вообще, это такая часть города, где много небоскребов стоит. Майами находится на третьем, по-моему, месте по количеству небоскребов после Нью-Йорка и Чикаго. Но в отличие от предыдущих городов, здесь большинство небоскребов и высоток жилые. Собственно, сзади меня находится даунтаун Майами. Яхты. Кафешечки, Hard Rock Cafe, и вот идет улица, здесь тоже много-много разных кафе и ресторанов. Пойдем посмотрим, что там вкусного предлагают. Как красиво открывается вид. Это вот туристическое место, туристический кусочек даунтауна Майами. Здесь есть такой крытый рыночек, где продаются туристические вещи всякие. Чтобы не ошибиться, куда ехать на даунтаун Майами, говорить, что вам нужно в Bayside Mall. Мы сейчас здесь и находимся. Это такие магазины под открытым небом. И рядом как раз вот эти вот кафешки, ресторанчики, парк с яхтами, можно найти ресторан с видом на океан, ну и остальные туристические развлечения. Мы пришли домой, и первое, что я делаю, это выпускаю Декстера в садик, в туалет сходить. Пойдем, Масюль. Вот молодец, пошел по своим делам. Конечно, это большая радость иметь садик свой маленький во дворе, куда можно отправить собаку погулять, чтобы с ней не выходить, чтобы с ним не выходить каждый раз. Садик у нас очень приятный, огороженная территория, то есть собака не убежит, здесь еще две кошки живут, но он как-то хочет с ними подружиться, но я его не пускаю, потому что кошки его победят. Мы вернулись из Whole Foods, и давайте я покажу, что я купила. В основном сейчас будут по покупке косметики. Я купила защитный крем под подгузник от фирмы Avalon Organics. Лосьон для тела детский с календулой для мытья тела. Лосьон с календулой. Он называется Cream Bath, то есть это крем для купания. Себе немножко прикупила. Взяла крем, вернее гель под глаза от фирмы Alba Botanica, потому что мне очень понравились их шампуни. Решила попробовать крем. И увлажняющий дневной крем с жасмином и витамином Е. Пахнет очень вкусно. И взяла обеззараживатели для рук. Там было 5 за 5 долларов. В общем, я взяла с апельсинкой, лимонкой, цитрусовый коктейль и гонолулу сан. Ну, то есть тоже какой-то вкусный сладкий запах. У меня еще один в машине лежит, по-моему, с цветочками какими-то. Ну, я все, естественно, уже убрала в холодильник, что мы купили из продуктов. Сейчас буду доставать, показывать. Малинка, клубничка. Взяли горох. Здесь очень интересно взвешивают продукты. Ты просто берешь, упаковываешь пакет, и на кассе тебе уже их взвешивают, ну и ценник на них ставят. Очень вкусные оранжевые помидоры черри. Потом я взяла себе греческий йогурт натуральный с бананом и клубникой. Вообще мне здесь очень нравится греческий йогурт. Он похож на творожок Агуша, но вот со вкусами. Потом другой фирмы греческий йогурт с клубничкой. Я взяла себе такой
Coleslaw mix, это капуста, морковка. В общем, буду сегодня вечером себе делать салат. Я сейчас снимала видео про покупки. Вот как выглядит бэкстейдж, скажем так. Такой хлам небольшой. И вот еще покупки, которые мне надо показать, но они, поскольку на более поздний возраст, может быть, я это сделаю отдельным видео. Вот я немножко разложила косметику и начала разбирать одежду, чтобы ее постирать. Вот такая вот кучка у меня получилась и куча вешалок с ценниками. Сейчас я это все буду разбирать по цветам и стирать. Вот я поставила стираться детскую одежду белую. И поставила мыться в посудомоечную машину детские бутылочки. И сейчас мы будем ужинать. Ужин у меня коулслоу, помидорки черри и сыр бри. Вот у нас совсем вечер, мы погуляли с Декстером, у меня все сушится, стирается. И у меня готовы бутылочки, они все помыты, сейчас досушиваются. В общем, подготовка полным ходом. А я уже собираюсь спать, намазанная я, живот намазан оливковым маслом. Вот такой вот у нас сегодня был день. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока!